Мать моя с Украины, отец местный. Родился я сам в Ганджи. Жена будет местная. А так я сюда приезжий. В колхозе водопроводчик. Вот заработок. Картошка, капуста, скотина. Все. Так работы нет никакой. С утра до вечера. Нет, в Азербайджане родился, живу здесь. Ну сам русский. Живем пока здесь. Школа вообще слабая. Ноль. Еще 30 лет из нашей школы никто в институт не поступил. Даже в технику не поступил. Колхоз, имя колхоз. 2-3 человека. В колхозе всего 12 скотин, это коров. Собираемся в Россию, да? Ну, когда на дом заработаем, тогда. Пока еще нет. Ермаков Николай Иванович. Я тут коренной житель. Живу тут 30 лет. Родился, вырос, школу кончил. И вот работаю здесь, в колхозе. Вот так тихонечко живем. Здесь родился, здесь вырос. Закончил школу здесь. Потом учился в Гянже, в Асхи. Ну, а потом, в настоящее время, так как выезд русских был большой, мы попросили занять место педагога в школе. Ну, хоть не специалист, не по специальности, но все же так преподаю в школе в настоящее время. В 2000 году мы поженились, 5 детей, вот жена Елена. Но дело в том, что я учился после школы по направлению от колхоза в Асхи, Азербайджанской сельхозакадемии. Да, там была военная кафедра, там получил я офицер запаса, поэтому сразу же после института это отрабатывал здесь, в колхозе. Потом в школу пошел, семья, так что у меня службы в армии нет, как таковой. Были только месячные сборы, это после военной кафедры, да, все. Трудности были, электричества не было какое-то время. Ну, газ только привели у нас, вот, 2 года газ, да, вот сейчас. Конечно, вот что мне хотелось бы, дети растут, у меня вот основное такое желание, чтобы дети, сказать, у них есть способности, так, не слабые. Не знаю, как они получат образование здесь, в Азербайджане. Я бы это очень хотел. 2 года назад был в России, ну да, 3 года назад был в России, съездил так. Общаемся часто, сейчас вот это легко, и по интернету, и там, и по телефону. А так, ну что сказать. Ну, образ жизни, можно сказать, мы ведем привычный. Сказать, что мы там как это отработать, чтобы для того, чтобы отдохнуть хорошо, у нас такого как-то и в мыслях нет. Понимаете, у нас такой образ жизни, и мы к этому привыкли. Может быть, конечно, чтобы планировать, что на лето куда-то как-то. Хотя, например, ну, жена с детьми выезжает, когда в Сумгаит на море. Ну, мы в горах живем. Для них море это. Возможности не позволяют, чтобы где-то там раскрутиться, развернуться, чтобы там отдохнуть с шиком.